Все, насобирали мы грибов. Смотрите наш урожай. Класс. Грузди. Грузди же? Грузди. А бабочки. Первый раз в жизни я нашла бабок. Я даже знаю его в лесу. Вот он первый за всю жизнь. Почему-то никогда не могла найти такие грибы. А вообще моя мечта найти, конечно, боровик. И вот столько у нас груздочков. И даже где-то мокрые. Я прям вошла в раш и не хочу ехать домой. Но родители уже устали. А я бы еще рылась и рылась. Так что вот такой вот у нас улов. Едем, и мамочка будет перерабатывать и мариновать. Мамочка. Передавать свой опыт постепенно. Не мокрые, сырые. А, сырые. Точно, дедушка, папа мне подсказал, что они, я их называю мокрые, а они называются... Это я нашла. Молодец. А они называются сырые. Вот он, красавчик. Да, и мам будет... мариновать, да, вкусненько. Мамочки работать. Да, а я буду потом... А я потом буду кушать. Пока помощники два. Ну, правильно, да. Да. Рецепт хочешь рассказать? Помогнут часа два. Первый раз будет папа мыть. Потом мама. В общем, поедем мы домой с нашим уловом. Уже все съеден. Смотрите, какая красота. 17 градусов уже. Уже 17 градусов у нас. Все, папа грибочки ставит в машину, а мы поедем домой. Нагулялись вдоволь, небо голубое. Небо голубое. Смотрите, какие краски осени. Как же здорово, да? В любое время погоды. Просто супер. О, я хожу вот этим всем, любуюсь. Прям душа отдыхает. Смотрите, какое небо. Просто супер. Так что всем пока-пока. Вот моя тень. Всем пока-пока. Не хочу уезжать домой, но уже пора. Целый день сегодня прогуляли. Пока-пока.